уважаемые товарищи, почетные гости, спортсмены, тренеры, судьи. Искренне рад, что могу сегодня от имени руководства Следственного комитета поприветствовать вас в этом прекрасном зале и пожелать вам успеха и удачи вашей деятельности. И убежден, что здесь сегодня присутствуют будущие победители наших больших соревнований, олимпиад и чемпионатов мира. Всем желаю здоровья в первую очередь и, конечно же, больших спортивных успехов. Спасибо.